Приморцам не стоит ожидать резкого скачка цен на местные продукты. Об этом на семинаре «День поля» заявил вице-губернатор Сергей Сидоренко. Из-за наводнения после тайфуна Гони аграрии Уссурийского городского округа и Октябрьского района лишились 10% урожая. Под водой оказались поля с картофелем, свеклой, кукурузой. В пострадавших населенных пунктах фиксировали кратковременный рост цен на овощи местного производства. В связи с тем, что урожай на оставшихся площадях неплохой, мы думаем, что никакого дефицита продукции в крае не будет. Более того, мы традиционно как помогали, так и будем помогать этими видами продукции нашим коллегам из иных субъектов. Традиционно Магадан, Камчатка, Сахалин завозят часть продукции из Приморского края выращенной.